Всем большой привет, друзья! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Юля, и сегодня с вами пойдем в магазин «Радуга», город Курск, улица Косухина. Вы просили меня здесь еще поснимать, вот посмотрим, что же здесь еще новенького. Хотела обратить ваше внимание, что на втором этаже здесь просто рай для животных. Посмотрите, сколько домиков, разных лежанок. Просто милейшие мордахи на этих лежанках. По 1300. По 1200, смотря какая вас заинтересует. Разные вот такие вот домики для кисок. Ну, просто покажу вам, что здесь много всего. И даже песика нарядили и посадили. Одежда, игрушки, поводки, клетки. Даже сама не знала, что здесь такое разнообразие этого добра будет. Ну, а здесь у нас уже кашпо для цветов. Большие, в форме таких ботиночек. Цена 1195 рублей. Есть они, кстати, разные и круглые, и в форме фонтана. Даже смотрите, какой интересный сосуд. Ваза. 429 рублей. Но это тоже кашпо считается. И много-много всего для цветов. Разные цвета. Подставки, кстати, для цветочков тоже есть металлические, разные по высоте и, конечно, будут по цене. Здесь тоже много чайников. Также чайник термопот, смотрите наверху, какое количество огромное. Чайники как со стеклянной чашей, так и без нее. Даже керамические вот есть. На обратной стороне у нас микроволновки, щипцы разные для девчонок, 1500 рублей, 1400, электробритвы, будильники, даже маленькая мультиварка, посмотрите, на 3 литра, 3400 она здесь стоит. Отпариватели. Кстати, вот такой отпариватель я вам показывала в маяке-светофоре. Там он стоит 700 рублей, здесь, правда, 1300. Так что выгода очевидна, конечно, именно по нему. Разные вафельницы, сэндвичи делать по 1100, мясорубки. Я вам показываю общим видом, потому что нет смысла показывать каждый продукт из этого всего. Тостер 1100. А здесь полная красота для ванной. Просто ух ты! Давайте посмотрим. Здесь идет набором сразу. Набор для ванной комнаты на 4 предмета. 1000 рублей стоит. Стаканчик. Мыльница. Дозатор для жидкого мыла и для зубных щеток. И здесь получается все идет по комплектам. 846 вот такой вот. Я думаю, что это керамика, хоть не указано, но по ощущениям именно так. Вау, а наверху какой черный. 990 рублей. Такой же серый. Все очень красивые, конечно, по 1600 вот такой. Ну, в пределах 1000. Смотрите, какая мыльница классная. Рыбешка. А здесь у нас не рыбешка, какая-то такая бутылочка, вазочка. Тоже красивый розовый, бирюзовый. И смотрите, белый тоже есть, кому не нравятся цветные наборы. По 509 рублей, кстати. Мыльница интересная, правда. Большой кусочек, наверное, будет не очень удобно лежать в ней. По 500 рублей, по 500 рублей. А внизу у нас ёршики напольные по 900 рублей. Большой выбор преддверных ковриков. По 126, по 188, 170. Цвета разные. И я вижу, что все они будут сзади прорезиненные. Отличные. Размер у них у всех 40 на 60 сантиметров. Красные даже есть. 220 рублей. Такой яркий, с надписью Welcome.
убегает, падает, но мы его все равно рассмотрим и посмотрим. Очень приятный на ощупь. Коврики для туалета, ну или для ванной, уж сами можете разобраться, по 532 рубля. Волосатенькие и сзади полностью прорезиненные. Всегда это считаю огромным плюсом, конечно. Вот такого еще плана есть по 500 рублей. Размер у них, кстати, 69 на 35. И смотрите, какие разные по цветам. Здесь они висят что-то такое тоже подобное. 335 рублей. Как же много их по расцветкам. Просто обалденные. Ну, а дальше у нас есть наборы по 700 рублей. Смотрите, какой интересный коврик. «Морской берег» называется, коврик массажный с камнями. Благоприятно воздействует на рефлексогенные зоны стоп. И стоит он 1539 рублей. Много здесь всего такого интересного. Разные для лица массажеры, коврики с колючками. Нет, это даже валик. Снимает напряжение и усталость, возвращает бодрость, помогает в борьбе с лишним весом. Вот этот классный вообще коврик. Надо такой приобрести. Обязательно. 1000 рублей. Стоит 1036. А вот это что у нас? Тренажер для коррекции силуэта шеи. Очень много всего здесь. Прям вот стой и рассматривай, рассматривай. Массажер для зоны вокруг глаз. Повязка для акупунктурного массажа. И, конечно, есть какие-то попроще вот такие вот массажеры. Давайте с этой стороны еще посмотрим. Дорожная подушка-подголовник для шеи с завязками. Эффект памяти работает от USB 3 режима массажа. То есть она еще и массаж делает. Вот такие вот коврики. 1100. Можно взять коврик и валик. И будет полный комплект. Здорово. Кстати, надо заказать себе такой подарок на 8 марта. Кто любит попариться, банька и все прочее, здесь есть просто абсолютно все. От веника до... Я даже не знаю, до чего. В общем, есть все. Наборы по 435 рублей. Там мочалка, расческа, полотенце. Все дела, какие только могут быть. Кстати, есть масло эфирное здесь разное. Корица, мята, пихта, бергамот, мандарин. Мочалки. Даже есть набор Парео и Челма. Полки для ванной. Разные, которые выдвигаются, есть. Можно что-то, мелочок какую-то поставить. Это здесь у нас крючочки. Кстати, дизайны все приятные, яркие, разные. И только посмотрите, сколько здесь корзин для белья. По разным ценам, дизайнам, размерам. И еще мне понравились комодики. Тоже разные, разнообразные. Есть яркие, есть неяркие. В среднем цена у них вот такой 1900, 2395. Ну и даже, знаете, по некоторым и не скажешь, что это пластик. Очень интересные. Смотрите, какие, как под дерево прямо. Есть и детские варианты. Вот здесь у нас уже более детские какие-то. Кстати, все мультики узнаваемые. «Холодное сердце», «44 котенка», «Смешарики». А здесь у нас «Мир стульев» со спинками. 1390. Разные они по цвету. А здесь куда ни посмотри, все хочется вам показать. Но я думаю, что я приду сюда еще обязательно. Пишите, что вам поснимать, какой отдел вас интересует, что именно нужно. Корзины и ящики для хранения. Как детские есть рисунки,
так и варианты плетеных, как в фикс-прайсе. Друзья, на сегодня свой обзор я буду заканчивать. Спасибо вам за внимание, за лайк и подписку на канал. До новых встреч, всем пока!